Что, погнали? Детям можно расходиться на флешмоб. Микрофон нужен? Друзья, рад приветствовать вас на канале «Бегущий человек». Не забываем подписаться и поставить, конечно же, лайк. Сегодня 20 мая. Солнечная, жаркая суббота. Бежим сегодня по маршруту Сестрорецкий полумарафон. К сожалению, он больше не проводится. Но мы решили пробежать 21 километр по традиционному маршруту, чтобы вспомнить, как это было когда-то. Ну и надеемся, что в будущем этот полумарафон все-таки будет проводиться, и спортсмены будут бегать этот традиционный полумарафон, который чуть-чуть на годика 3 прервали. В общем, побежим, посмотрим красивые места курортного района, шалаш Ленина. В общем, маршрут будет площадь Свободы, шалаш Ленина, площадь Свободы. Все. Words black and white, baby, now that you're gone, that you're gone. Забежали сам шалаш Ленина на пирс, озеро Разлив, легкий такой ветерок нас продувает, наша жара, жара, вообще погода кайф на самом деле, ребят. Ребяточки, половина дистанции пройдена, разворот, и бежим на точку финиша. Погода сказка, в общем, позитив, счастье, улыбки нас преследует на всем пути нашей беговой деятельности. Любимая кола. Любимая или добрый? А, любимая. Любимая кола. А, вот она уже, финишная прямая. Остается 500 метров. И уже наш долгожданный финиш. Я, наша точка финиша ровно 21 километр. В общем, все добежали дистанцию 21 километр. Традиционный сестрорецкий полумарафон когда-то был традиционным, но мы традиции не нарушаем и стараемся бегать. 20 мая, отличная погода. В общем, позитивно сегодня было, супер. Все порадовало. Сегодня еще на площади детский праздник. В общем, все складывается так, как нужно. Ребяточки, до новых встреч. Не забываем подписываться. Всем привет.